Практически ежедневно нам приходится решать какие-либо маленькие и большие проблемы. Но иногда бывает так, что ресурса на их решение ни у самого человека, ни у его родных и близких нет. Проконсультировать, оказать помощь в рамках своих полномочий каждому жителю района помогают на расширенных приемах, во время которых глава Славянского района Роман Синеговский совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации общаются с жителями. Спектр вопросов, помочь в решении которых просят славянцы, очень широк. Традиционно в последнюю субботу месяца, 27 сентября, глава района совместно со своими заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провел расширенный прием граждан. Основные вопросы, с которыми люди в этот раз пришли на прием, касались ремонта многоквартирных домов, а также грейдирования дорог в городе и оказания материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В здание шахматной школы в этот день пришли 44 человека, 17 из которых принял лично Роман Синеговский. Следующий расширенный прием граждан состоится 27 октября. Записаться на встречу с представителями органов местного самоуправления можно в общественно-приемной районной и городской администрации.